Заслуженная артистка России длительное время борется с тяжелым недугом. Актриса театра и кино страдает от онкологического заболевания. Она госпитализирована и с сентября проходит лечение в одной из лучших клиник. Медицинские процедуры и нахождение в комфортабельной палате встали семье 51-летней звезды сериалов в копеечку. К примеру, пациенты с раком должны перед госпитализацией вносить депозит на сумму порядка 500 000 рублей. Денежные средства в клинике в центре Москвы расходуются на процедуры, операции и лекарства. Стационарное пребывание в больнице обходится Анастасии Заворотнюк от 39 до 94 тысяч рублей за сутки. В палате установлены все необходимые удобства от телевизора и кондиционера до личного пульта вызова медсестры. В медицинском центре, куда легла на лечение Анастасия Заворотнюк, трудятся специалисты и не только из России. Актриса находится под наблюдением также специалистов из Израиля. Для пациентов доступно лучшее оборудование из западных клиник. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», как известно, борется с опухолью мозга. Клиника запатентовала уникальные технологии ее лечения, которые позволяют вдвое повысить выживаемость пациентов. Меж тем, Анастасия Заворотнюк все еще находится на грани жизни и смерти, так как статистика в ее случае совсем неутешительна. Ее случай врачи называют настоящим чудом. Ведь всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до 5 лет.